Всем привет! Сегодня приехал на заградитель. Будем ловить зимними удочками, пробовать. Людей здесь много, очень много. Сидят, балансируют. С моста много людей ловят окуня. Ну, мы пойдем на той подтон, на треть. Его, правда, сильно шатает, но... Так, по прикормочке. Прикормка темная, сладкая. Но мы сюда же добавим 60% земли. Потому что сейчас вода холодная. Надо прикормку сделать непитательной, чтобы она ковыралась, рыба, и не наедалась. Все это перемешаем. Будем ловить, пробовать. Что, ребята, вот мы пристроились. Ловить на одну удочку буду. Так волна большая, понтоны шатает. На две тут не успеешь. Я думаю, ерш не даст покоя. Ерша очень много. Да и окуня. Я еще не кормил, только глубину примерял, на пустую мормышку поймал два ерша. Такая вот волна, чтобы вы понимали. Понтоны шатает сильно. Но тем не менее, я думаю, мы что-то поймаем. За понтонами так уже хорошо. Волны почти нету, да заградите. Попозже успокоится ветер, попробуем окунуть камеру. Может, что получится. Посмотреть под водой. Ну что, ребята, будем пробовать ловить. Единственное, что большая волна. У нас, как вариант, может ничего не получиться толково снять. Но будем надеяться на лучшее. О, видите? Она выкладка. Бляхамка сорвалась. А не, есть. Вот. Эп. Опа. Вот он. Наш улов первый. Плотвичка. Это мормышечка. Две пиночки маленькие. Давайте попробуем на мотылика. Видите, поклевки сразу же. Оп. На мотыля вот только закинуть не успел. Сразу же. Клевочка. Ёрш. Да, рыбалка будет, походу, сегодня интересная. Но ничего, должна же подойти рыбка. Немножко половим, да, опустим камеру под воду. Посмотрим, как она будет под водой себя вести. Что-то схватило, не дает даже встать по полку. В рабочее положение, видите. Ёрш, ну... Ай, ё-моё. Опять ёрш. Значит, будем ловить на две пинки. Пришел попрошайка. Как раз у ёрша для тебя поймал. О, подкармливаем. Оп, пошел довольно. Да, конечно, это... Понтоны шатает так, что невозможно даже удержаться на них. Очень ветер большой. Погодка как бы вроде бы должна была быть лучше, но может на крючок попробовать. Раз я на мормышку психую. Можем же попробовать и на крючок. О, видели, какой подъем хороший. Наверное, схожу я за другим поплавком все-таки, попозже. Там у меня 0,7 огрузка. Я брал и 0,4, и 0,7. Там крючок.
Что, ребята, пару часиков уже ловим. Поклевает плотвичка, поклевает окунь, поклевает ёрш. Рыба есть. Сейчас поставлю крючок, поставлю тяжелейшую нагрузку на 7 граммов поплавочек и ловим. Как видите, ветер и плохая погода людей прогнала. Холодный ветер, холодно сидеть, замерзают руки. Ну еще пару часиков посидим, сейчас окунем камеру, посмотрим, что там на дне. И все, поплавочек ушел, не, вот вернулся, видите. Клюет, ладно, будем ловить, продолжать. Утопил я камеру, связь с пультом потеряна. Будем надеяться, что она правильную сторону снимает. Посмотрим, что она нас снимет. Пускай постоит с полчасика там. Что, покормили того, той пошел, позвал друга, вот еще один пришел. Ну, покормим и этого, что делать. Так его котяра. Красавец какой. Сейчас дам рыбку, дам. Опа, повел. Такие вот гросики влетают. На две красных пинки. Кот сидит в надежде на рыбу. Видите, какая красавица. Качаемся на понтонах на лодке. Опа, есть. Вон еще один идет. Ё-моё, а вон еще потом у берега валя сюда. Смотрите. А. Третий. Не видно, камера не показывает. Он черный идет назад. Да. Не рыбалка, а кормление котов. Ну, нормально. Зато поплавки потестировали, половили. Хорошо. Рыбка клюет, наловили плотвы, хорошо, пару подлещиков, окуней много, яршей много. Прикормочку начал сыпать лиманика, ну а так все, по старой схеме. Кормлю с кормушки. Так, ладно, будем ловить. Смотрите-ка.
не долечишь, приплыл такой вот. Давай периодически так вот кидаю по щепотке мотыля. Это помогает. И опарышей троху. Микс уже белого, красненького туда подсыпаю. Рыбу-то не отпугивает. И это хорошо. Глубина места ловли 3 метра. Около 3. Платичка. Глянь сюда. Да и да, он. Плоту хомяч и хомяч. А вы еще один стоите. А все на мотылик. На опарыша тоже клюю, но на опарыша мельче. На мотыля как-то более крупнее рыба. На опарыша уже все, рыбу особо не интересует. Два, сейчас третьего на крючок. Вот, 3 мотылика. И туда. И все. Хорошие поплавки. Если будет зима, конечно, не нарадуюсь им. Видно самую малейшую поклевку, видно, как она только начинает брать. Вот, все видно, вон, чик. Дала, оп, 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 смотрите. Оп, подъем, оп, мимо. Ладно, еще раз. Видели, какая выкладка была? О, щекли что-то мелкое. Да, вару мелочь. Такая вот мелочевочка, но... Ну, клюет. Клюет постоянно, как-никак 24 ноября. Половить рыбки. Там на понтонах что-то поймали. Давайте-ка мы, оп, окошко. Угу. Грузила от крючка 12 сантиметров. Я думаю, роль это особо не сыграла. Далее, только закинул, сразу клюет. Мелочевка это, не дай покоя, а. Угу. Это что-то посерьезнее. Что-то посерьезнее, вот такая вот плотвичка. Оп. Хочу вот таким вот макаром ловим. Наверное, все уже буду заворачиваться. Покажем вам улов. Поплавки потестировали. Что еще больше надо? Рыбки половили. Видите, вот в корм добавил много земли. И рыба стоит. Стоит стеной. Не сказать, что ее нету. Она просто стала и стоит. Потому что наесться она не может. Она в этой земле колупается. Ничего питательного там ей нету.
чувствует запах, но наесться не может. Так, так, ладно, еще одну сейчас достанем, и на этом будет все, покажем улов, поедем домой. И ловим на такую чувствительную снасть, он видит, каждое малейшее движение сразу же все передает. Все, эта рыбка последняя. Все, хватит нам. Вон, видите, у нас кормом высирается. Земля не может наесться. Делает свое дело по холодной воде. Что, ребята, такой вот улов. У нас такие вот гордонцы хорошие. Ну, в общем, такой вот килограмма 3 по 4 точно есть. Как говорится, можно и на зимние удочки ловить по открытой воде. Довольно-таки продуктивно. Ну все, всем не хвоста, подписываемся.